давайте мы узнаем, кто к нам дозвонился. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Алексей. Алексей, очень приятно. Скажите, у вас есть ваша вторая половинка? Пока нету. Пока нет, я надеюсь, что вы ее найдете. У нас, кстати, сегодня фартовая предпраздничная программа. Все, кто к нам дозванивается, кроме того, что пытаются и выигрывают иногда призы, они еще и находят, и мы так желаем им в этот праздник в свою вторую половинку. Надеюсь, наша программа будет для вас фартовой. Ну, а пока что наш вопрос. І питання буде стосуватися, як, власне, і всі інші питання, тільки кохання. Тому що у нас сьогодні день усіх закоханих, ну, у когось 14-го, у нас 12-го. І як ви гадаєте, що саме у чоловіків росте швидше в очікуванні романтичних стосунків? І у нас є 4 варіанти відповіді. Це м'язи, борода, тиск або тестостерон. Що швидше росте в очікуванні романтичних відносин? М'язи, борода, тиск або тестостерон? Ну, річ, звісно ж, йде о мужчинах, якщо річ йде о бороді, к примеру, да? Вбиваюся. Да, і о тестостероні в тому числі. Тестостерон, ви думаєте? Ну, як ви вважаєте, Анна? Шкода, але це не тестостерон, це інша відповідь, але ви не засмучуєтеся, все одно у вас є усі шанси провести 14 лютого день усіх закоханих. Разом із якоюсь хорошою людиною, то якраз збираєте команду серед своїх друзів, відправляєтеся у квест-рум і спробуєте влаштувати втечу, оскільки побіг – це якраз той самий квест-рум, ми вас запрошуємо. І, до речі, це буде хороше побачення і хороший привід з кимось познайомити. Ми успіємо буквально ще один дзвінок прийняти. Алло, добре утро. Алло. Добре утро. Як вас зовут? Татьяна. Татьяна, итак, у вас есть возможность выиграть пригласительный на квест-рум побег. Наш вопрос очень простой. Что именно растет у мужчин в ожидании того самого свидания? Итак, варианты ответа. Борода, тестостерон, тиск или мышцы? Я думаю, что борода. Борода, вы думаете? Ну, а как ты, Анна, думаешь? У тебя борода, я скажу тебе да. Ты правильно видишь. Если есть у тебя борода, говорю тебе да. Поздравляем вас. У вас есть, кстати, с кем отпраздновать праздник 14 февраля? Да, конечно. Замечательно. Я хочу сказать... У меня сегодня такая знаменательная дата, ровно 30 лет и 3 года, как мы с мужем поженились. Ну, вас поздравляем. Спасибо. Мы, кстати, вам, раз уж так получилось, еще подарим к сертификату, например, побега, еще сертификат от Aesthetic Studio. Так, чтобы вы были красивее, так, чтобы вы выглядели дату. Красиво и сходили в салон красоты. И в любом случае радовали вы друг друга, как вы мужа, так и муж вас.